футболистом Милана того же самого не скажешь. Удар по воротам. Гол! Гол, гол, гол! 2-2. Марио Балотелли во втором туре подряд забивается штрафного. Ну, хотя бы так. Дубль Марио. И у Милана еще есть шансы выйти сухим из воды. Из этого всемирного потопа, в который Милан по собственной воле угодил. Ударище, конечно, не берущийся. Очень классный, мощный, над стенкой и без шансов для Франческо Барди. 2-2. И играть еще...